越盼越远，越洒双遮掩。天亮天黑，天明不自觉，一时仿佛俗子飘在人世间，承受着春去秋来的变迁。Сановник Е, господин Гу, не волнуйтесь, сановник, мы продолжаем сотрудничество друг с другом. Клан Ночи сделал это, чтобы ускорить нашу победу, ведь так? Но ваши способы слишком жестокие. Правила диктуют те, кто сильнее. Но не волнуйтесь, я не нарушу свое обещание. Хорошо, надеюсь, этот день скоро наступит. День искренности нашего сотрудничества точно наступит. У меня есть другие дела, мне пора ехать. Кровавый волк, оставайся, будь хорошим помощником, слушаюсь. Тогда до свидания. До свидания. Провожать меня не нужно. Какое еще искреннее сотрудничество? Он даже поставил человека присматривать за мной. Я должен сказать Уцуэ, чтобы он остерегался его. Дзюнжу, ты вернулась? Фанле, где Ваньтянь? Мы понятия не имеем, где он сейчас находится. Мы все его ищем. Его нет в школе. Его нет в школе Дихо? Я не знаю, что произошло. Он ничего не сказал и просто ушел. Ладно, мне нужно найти травы для сестры Жухуань. Увэй! Ты здесь? Ты видел Вэньтяня? Почему его здесь нет? Я только встретила Фэнлэ, и он сказал, что Вэньтянь не в школе Дзихуа. Что случилось? Почему ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты такой странный. Здесь что-то не так? Вэньтянь просил не говорить тебе. Что-то случилось с семьей Цинь. В чем дело? Великая Небесная Стена внезапно обрушилась. И Хэн решил, что семья Цинь присвоила часть средств и предала императора. Сейчас приемный отец и дедушка Вэньтяня оба задержаны и Хэном. Он также послал гвардию Е в Тяньюн, чтобы уничтожить Цинь. Это невозможно. Невозможно, чтобы семья Цинь предала ей. За этим кто-то стоит. Я должна ехать в Тяньюн. Будь осторожна.
лентяй. Тело. Странно. Последняя отметка здесь. Что происходит? Возможно ли? Что ты хочешь? Чего я хочу? Сестра Жухуань, еще один желающий умереть. Старшая соученица, что происходит? Почему ты вступила в бой с ним? На самом деле, я не знаю. Наставница сказала, вполне возможно, человек из клана Ночи, убивший старейшину Синсю, и наложил чары, поймавшие нас. Когда сейчас дралась с ним, обратила внимание на его движение и уровень боевых искусств. Его движения и правда были немного странными. Он из клана Ночи. Фэнлэ, вернись и отдохни сначала. Я должна увидеть наставницу. Я пойду с тобой. В этом нет необходимости. Мы временно задержали его там. Все будет хорошо. Но... Делай, как я говорю. Вернись и сначала отдохни. Я должна увидеть наставницу. Почему господин Гу попросил тебя остаться со мной? Когда случилась чума, клан Ночи и правда кое-что от вас скрыл. Мой брат очень сожалел об этом. Поэтому прислал меня сюда, чтобы помочь вам и служить семье Е в любое время. Господин Гу умный человек. Он глубоко осознает, что только своими силами трудно достичь большой цели. Поэтому ясно, зачем ему использовать силу семьи Е. Если это так, то я не стану винить его за все, что было в прошлом. Общий интерес важнее. Донесение. Приветствую. Есть сообщение от молодого господина. Хорошие новости. Дай мне. Результат в Тяньюне должен быть довольно очевидным.
Отец. Когда Ялан уничтожал отребье семьи Цинь, он был убит атакой Цинь Вэньтяня. Я виноват. Я не смог защитить брата. Клянусь, я в одиночку убью нашего врага. С почтением, Уцуэ. Мой сын. Ланэр. Ланэр. Кровавый волк. Пошли людей в Тяньюн помочь моему сыну Уцуэ. Мы должны убить Цинь Вэньтяня и отомстить за моего сына. Я пойду. Ялан. Мой сын. Кто-нибудь, кто-нибудь! Идите в императорскую школу и попросите молодого господина Еджани вернуться. Мой сын. Я клянусь. Я должен отомстить за него. Наставник, ты очнулся? Фэнпин, спасибо. Это мой долг. Мне нужно благодарить. Вэньтянь! Наставник. Как ты? Я в порядке. С тобой все в порядке? Все хорошо. Барышня, откуда ты здесь? Найти тебя несложно. Цветы и растения — мой проводник. Похоже, ты серьезно ранен. Давай. Съешь это. Наставник, как ты себя чувствуешь? Сейчас лучше. Думаю, все в порядке. Наставник серьезно ранен. Я только помог вынуть застоявшуюся кровь из тела. Он почти ничего не ел. Я найду что-нибудь поесть. Пожалуйста, позаботьтесь о наставнике. Хорошо, оставь это мне. Наставник, я скоро вернусь. Как ты? Думаю, скоро поправлюсь. Регент, наша семья всегда была верна стране. Я не думал, что семья Цинь нарушит приказ и убьет наших людей. Особенно Цинь Вэньтянь. Он даже убил моего сына Ялана. Пожалуйста, помогите нам и поддержите закон страны, регент. Сяо Янзы, здесь. Передай приказ об аресте. Всю семью Цинь объявить в розыск. Особенно Цинь Вэньтяня. Нарисуйте его портрет. Как бы трудно ни было, мы должны арестовать этого человека. Слушаюсь. Thank you.
слышала об этом. От меня нет толка. Я наблюдал, как люди семьи Цинь умирали один за другим и ничего не мог сделать. Мне по-настоящему стыдно перед ними. Поэтому ты должен быть сильным. Ты должен искать справедливости за смерть людей семьи Цинь. Но что я могу сделать? Муцин обещал мне, что поможет семье Цинь, но я не ожидал, что он вступит в сговор и обманет меня. Если бы не я, братья семьи Цинь не умерли бы один за другим. Хорошо. Я пойду с тобой, чтобы отомстить Муцину. Барышня Мо, ты такая добрая, но я не хочу тебя вовлекать в это. Я делаю это не ради тебя, а ради справедливости. Ты не в ярости? Пойдем. Пойдем в гильдию Синхэ и отомстим Муцину. Наставник. Цзюньчжу права. Муцин преследовал свои интересы и усугубил несчастье семьи Цинь. Он даже гильдию Синхэ превратил в такое место. С ним надо поквитаться. Хорошо. Поквитаемся с Муцином. Солдат из гвардии Е охраняет вход в гильдию Синхэ. Похоже, Муцин уже давно тайно вступил в сговор с семьей Е и сделал это не случайно. Солдат так много, боюсь, будет трудно проникнуть. Наставник, я знаю секретный проход, ведущий в гильдию Синхэ. Где он? Идите за мной. Это секретный выход из гильдии Синхэ. Через этот проход мы можем попасть в зал обработки оружия. Расставил ли Муцин какие-то ловушки? Невозможно. Бывший глава просил меня построить этот проход. А после его смерти все забыли об этом. Почему здесь тупик? Цзюньчжу, смотрите. Это склад гильдии Синхэ. Наставник, давайте разделимся для поиска. Хорошо. Я никого не нашел, тем более Муцина. Думаю, они устроили засаду. Это невозможно. Если бы здесь была засада, они бы уже вышли. Я слышал, что Муцин собирался работать на гвардию Е. Возможно, они забрали членов гильдии Синхэ в лагерь гвардии Е. Эти злодеи действовали в сговоре. И Тянь Юн, и гильдии Синхэ
скоро будут разрушены Муцинем и Гуаньюэ. Но ученики гильдии Синхэ ведомы ими по пути зла. Когда я только что проходила мимо склада, увидела особые священные узоры. Раз уж мы здесь, почему бы не сделать Муцину большой подарок? Как ты думаешь? Ты хочешь взорвать это место? Да. Делая это, мы можем показать Муцину, какой конец ждет злодея. Мастер Фэн Пин, что ты думаешь? Я давно работаю в гильдии Синхэ. Для меня это как дом. Но сейчас гильдия Синхэ уже не та, что была раньше. Дюнджу. Как ты скажешь? Хорошо. Вэньтянь, что думаешь? Тогда разделимся. Да. Хорошо. Молодой господин. Как ваша рана? Я принял лекарство. Сердечную пилюлю. Поправлюсь через пару дней. Не нужно беспокоиться обо мне. Цинь Вэньтянь поистине подлый человек. Он использовал жестокий способ, чтобы причинить вам боль. Неважно, что я получил ранение. Мой несчастный брат Елан умер. Я отомщу. Я должен найти Цинь Вэньтяня. Вы правы. Я готов возглавить учеников гильдии Синхэ и людей Тяньюна, действовать ради вас. Наставник, здесь собрались все ученики гильдии Синхэ. Молодой господин Е, ждем ваших указаний. Хорошо. Господин Е, сюда. Вы готовы? Готов. Готовы. Тогда вперед. Идем. Идем. Приветствую, молодой господин Е. Молодой господин Е. Вот, посмотрите, это все мои ученики. Они всегда к вашим услугам. Хорошо. С помощью старейшины Муцина наша гвардия Е обязательно станет сильнее. Столько лет моих усилий. Наставник. Молодой господин Е,
Я приказал тебе охранять гильдию Синхэ. Почему так случилось? Простите, господин, я выставил патруль. Перед взрывом я смутно видел трех человек. Трех человек? Да, одним из них был Цинь Вэньтянь. Цинь Вэньтянь? Цинь Вэньтянь. Донесение, господин. Цинь Вэньтянь появился у западных ворот Тяньюна с Фэньпином и Мо Цинчэн. Солдаты, охранявшие ворота, не остановили их. Что? Даже Мо Цинчэн замешан в этом. Цинь Вэньтянь. Фэньпин. Каков же он предатель? Как ты посмел вступить в сговор с Цинь Вэньтянем и взорвать гильдию Синхэ? Цинь Вэньтянь! Я клянусь! Я своими руками убью тебя! Усело, быстро веди войска в погоню, не опоздай. Слушаюсь. Эй, моя лошадь! Стойте! Остановитесь! Верните мне лошадь! Верните мне мою лошадь! Эй, верни! Верни же! Верни! Наши лошади! Разделимся, увидимся в Шэньбин. Почему ты не уедешь вперед? Не говори глупостей! Барышня Мо. Почему здесь дерево? Как я мог не заметить? Яуэр. Увэй, это ты? Выпусти меня. Что случилось? Мой отец и дед схвачены, я должна их спасти. Нет, снаружи опасно. Оказывается, ты тоже знаешь? Вы все от меня скрываете. Это для твоего блага, не сердись. Хорошо, если ты не хочешь, чтобы я злилась. Просто выпусти меня. Иначе я всю жизнь тебя не прощу. Быстрее! Хорошо. Я выпущу, но ты пойдешь со мной. Ладно. Отойди. Пойдем. Стой. Иди. Следующий.
Иди. Стой. Следующий. Иди. Ты. Иди. Следующий. Иди. Джунжу, молодой господин, следуйте за мной. Иди. Наставник, Джунжу, наконец-то вы здесь. Спасибо, что помогли безопасно выйти в город. Не за что, ведь мы семья. Благодарю за услугу. Кстати, а где госпожа Ань? Госпожа Ань практикуется в уединении, не беспокойтесь. Она хочет, чтобы вы остались. Пожалуйста, ожидайте. Фэнпин, идем со мной. Я покажу тебе павильон Шэньбин. Спасибо, господин Ян. Наставник, Цзюнжу, я пойду. Да. Хорошо, прошу. Павильон Шэньбин помог нам в критический момент. Они были очень любезны. Почему они помогли мне? Думаю, есть две причины. Во-первых, павильон Шэньбин и гильдия Синхэ всегда были в плохих отношениях. Мы взорвали Тин Юн и гильдию Синхэ. Это стало как урок со стороны павильона Шэньбин. Так что они вполне готовы быть друзьями с нами. Во-вторых, они восхищаются твоим даром совершенствования оружия. Пока ты рисуешь для них священные узоры, поможешь им получить огромное количество метеоритных камней. Тебе не следует так думать. Их поведение открытое и честное. Вот почему они готовы помочь. Ладно, ты прав. Это я оцениваю благородного мужа с точки зрения подлеца. Кто вы такие? Как смеете быть такими самонадеянными в школе Захуа? Вы старшая соученица Лиги Чести в школе? У нас приказ сановника Е арестовать предательницу Циньяо. Пожалуйста, помогите нам. В настоящее время ни старейшин, ни наставницы нет в школе Зихуа. Что касается Циньяо, я не видела ее несколько дней. Я не уверена, что она все еще в школе Зихуа. Как насчет такого? Сейчас вы можете уйти. После того, как наставница вернется, я дам вам объяснение. Но у нас есть приказ. Боюсь, это неприемлемо. Раз так, я не буду вас останавливать. Наша школа Цзихуа стоит в государстве и сотни лет, и никто не осмеливался вторгаться без разрешения. Если вы намереваетесь войти, тогда это зависит от ваших способностей. Прошу. Пошли. Джер! Сестра, мне это снится? Откуда ты здесь? Сестра, у семьи несчастье. Тише, школа Цзихуа может найти нас. Идем. Отец, дядя, дядя, брат. Брат. Ну
что-нибудь. Сестра, наша семья, вся наша семья. Императорская семья так жестоко поступила с нашей семьей. Они словно демоны. Ваше Высочество, я упрекал не вас, а принца-регента и Ихэна. Он очень злой человек. Сестра, давай поедем в Сюаюнь. Наш отец и дядя просили меня прийти за тобой. Но сейчас схватили нашего дядю и дедушку. Должны ли мы сначала спасти их? Попросили нас поехать в Сюаюнь. Должна быть причина. Мы не должны больше откладывать. Давай отправимся прямо сейчас. Господин Оучень был прав. Поймайте этих ничтожеств. Уходим. Быстрее, за ними. Туда. Гвардия не преследует нас. Я слышала, Учень сообщила о нашем местонахождении гвардии. Как узнали, что мы покинули школу Цзюхуа? Я подозреваю, именно Учень сообщил мне о несчастье с нашей семьей. Чтобы я покинула школу Цзюхуа, и гвардия могла арестовать меня. Какой негодяй. Позже я расплачусь с ним. Нет, здесь слишком опасно. Нужно вернуться. Нет, мы должны отправиться в Сюаюнь. Есть ли другой путь, кроме Сюаюнь? Увэй, у тебя есть идея получше? Сестра, нужно немедленно отправиться в Сюаюнь. Сейчас наш дед и дядя задержаны Ихэном. Они могут быть в большой опасности. Здесь, в запретном городе, ваших людей ищут повсюду. Отсюда сложно выбраться. Слишком опасно. Тогда что делать? У меня есть идея. Ты знаешь, как помочь нам выбраться из города? За мной. Пойдем. Хорошо. Мы снова встретились. И куда же ты идешь? А если нет? Вот же проклятие. Ценер? Что случилось? Все хорошо. Что-то не так, просто скажи. Я только что встретила Учения. Он запугивал тебя? Хорошо. Не броди без дела. Парни из Лиги Всадников – мерзавцы. Если снова увидят, то могут обидеть. Хорошо, я поняла. Кстати, хозяин может вернуться через несколько дней, не волнуйся. Ладно.
Тогда я пойду. Хорошо.